На особом контроле ремонтные работы в лагере «Юнармеец». Меньше чем за неделю сотрудники администрации района провели ревизию дважды. Причина такого внимания – крайне жесткие сроки сдачи объекта. Уже 1 июня лагерь должен принять детей, но технически подготовка должна быть завершена еще раньше – к 25 апреля. Работа идет в плановом порядке, я считаю, что очень эффективно и профессионально. Поэтому я уверен, что сроки будут выдержаны. На данный момент в основном здании и спальных корпусах ведутся строительно-монтажные работы по восстановлению стен. Комнаты готовятся к чистовой отделке. Сил вкладывается немало. Сейчас на объекте работают 120 человек. На сегодняшний день порядка 50-60% подготовительных работ под отделку уже сделано. И также производится монтаж вентиляционного оборудования и, соответственно, проплата и закупка вентиляционного оборудования для пищеблока. Не обходится и без замечаний. Еще в рамках субботнего объезда были выявлены недочеты, допущенные при ремонте кровли. Алексей Васильевич сделал замечание. В чем? Потому что кровля производилась, как бы сказать... Ну, нельзя сказать, что некачественно, но с некоторыми недоделками, которые были высказаны подрядной организации, и подрядная организация в части своих замечаний, они сейчас вот это устраняют. Для Щелковского района детский лагерь «Юнармеец» – очень перспективный проект с большой вместимостью и огромной территорией, рассчитан на круглогодичную работу. Так что для юных жителей района запуск лагеря станет большим подарком. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».